Маньяк из Невского лесопарка Павел Шувалов был из обеспеченной семьи и с ровесниками не общался. За это одноклассники в 12 лет устроили ему темную, разрезали колготки в промежности и надели на голову. Когда Павел вырос и начал служить в МВД, примерно так же поступал со своими жертвами. Заставлял надевать разрезанные колготки на голову, потом насиловал и убивал несовершеннолетних девочек. Работая в метро, он задерживал потенциальных жертв безбилетников и назначал им встречу как бы для выплаты штрафа. Таким способом ему удались 5 убийств с 1991 по 93, доказать из которых удалось только 3. Раскрыт был случайно. Шувалова вызвали на допрос как свидетеля, а он внезапно сознался в убийствах. На суде в 1997 отказался от показаний, но был приговорен к смертной казни через расстрел, которая была заменена пожизненным заключением. Умер в 2020 в мордовской зоне от сердечной недостаточности. По мотивам преступлений Шувалова был снят фильм «Стальная бабочка» и несколько серий в трех криминальных сериалах.